Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о яровом чесноке. Традиционно мы сажаем на наших участках озимый чеснок. То есть посадки мы производим поздней осенью. Он у нас там зимует в нашей грядке и начинает свой рост, и урожай мы получаем на следующий год. А есть сорта чеснока, которые нужно сажать весной. И этот чеснок за лето формирует достаточно крупную полноценную луковицу. Вот такой чеснок называется яровым. В чем отличие ярового чеснока от озимого чеснока? У озимого чеснока количество зубчиков меньше, но они крупнее, а у ярового чеснока количество зубчиков может доходить до 30 штук. Они мельче, и если у озимого чеснока луковички расположены по кругу вокруг стебля, то у ярового чеснока они располагаются по спирали и могут там быть в 2 и в 3 ряда. В чем преимущество ярового чеснока перед озимым? Он хранится лучше, и он без проблем хранится от одного урожая до другого урожая. А вот озимый чеснок сохранить до нового урожая бывает проблематично. Когда сажать яровой чеснок? Яровой чеснок – растение довольно-таки холодостойкое, и поэтому сажать его нужно как можно раньше, чтобы для образования луковицы прошло как можно больше времени, луковица стала как можно больше крупной. Сажают его, когда температура прогреется до плюс 6, плюс 8 градусов. Это обычно бывает 3 декада апреля или начало мая. Яровой чеснок, в отличие от озимого чеснока, размножается только зубками. Вот этих бульбочек на конце цветоноса, как у озимого чеснока, нету. А яровой чеснок не стрелкуется. Стрелкуется только единственный сорт, который называется гулливер. Сорта разные озимого и ярового чеснока. То есть, если вы озимый чеснок посадите весной, то не факт, что у вас получится хороший урожай. Но есть сорта, как, например, петровский, который можно сорать и весной, и под осень. Обязательно посадите на своей грядке яровой чеснок, и вы увидите, насколько лучше он хранится, насколько он интереснее растет, и со временем он займет достойное место как на вашем столе, так и на вашей грядке. А я надеюсь, наши советы помогут вам выращивать и яровой, и озимый чеснок, и увидеть, что польза есть и от одного, и от другого растения.